Появится ли в Украине день памяти погибших защитников? Ветераны АТО и родственники погибших на Донбассе предлагают президенту утвердить день скорби 29 августа. Именно в этот день, в 2014-м, произошли трагические события под Иловайском. Тогда, по официальным данным, погибли 366 украинских военных. Около полутысячи получили ранения, более сотни попали в плен и пропали без вести. Каждый год, 29 августа, в день Иловайской трагедии, люди собираются на Михайловской площади в Киеве, чтобы почтить память павших. В этом году здесь установят электронный терминал «Книга памяти» с информацией о каждом погибшем воине. Всех героев войны – это и ДАП, и Дебальцево, и Широкино, и Світлодарська дуга, и Авдіївка. Это не важно. Братерство каже, що хай цей день, 29 серпня, буде днем пам'яті всіх загиблих захисників України.